Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам, какие аккумуляторы я использую со своим квадриком. Квадрик у меня 220, весит он примерно 300 с небольшим грамм. То есть вместе с аккумулятором он весит 520 грамм. Так, итак, аккумулятор. Аккумуляторы Aftech Infinity. миллиампер-часов, 85C. Сразу все аккумуляторы, которые я покупаю, ну, например, в этой партии у меня было 3 штуки. Я обычно ставлю номер, вернее, число, когда они пришли, то есть эти аккумуляторы пришли в 7 месяце 2018 года, и номер в этой партии. То есть, например, если какой-то аккумулятор вдруг начнет плохо себя вести, то вы будете знать, что, например, третий аккумулятор из партии июля 2018 года, там на нем можно сделать какое-нибудь простенькие движения, то есть на нем вы не будете летать там над водоемами или над лесом, где может он выйти из строя внезапно. То для таких целей очень хорошо их различать, чтобы они не были абсолютно одинаковыми, и вы не знали, так, а какой у меня хороший, а какой плохой. То есть вы будете знать, что такой-то номер отлично еще, все еще летает, а вот с этим надо быть поаккуратней. Но эти аккумуляторы, я на них летаю уже почти 2 месяца, и они меня абсолютно устраивают. На раму Марсианин 2 встают очень легко, с просто липучкой. Там убираем провод, чтобы не мешался балансировочный. Затягиваем. И вот так вот включаем. Ну, включать я не буду, потому что все это дело может сейчас полететь в меня. Мы этого не хотим. Я и так, на самом деле, по неосторожности один раз взялся неаккуратно за армленный квадрик. И он, то есть я вот так вот его держал. И он мне по пальцу нарезал немножко. Крови было много, но только кожа слезла. Но будьте очень осторожны с квадриками и не включайте их, когда у вас отключена аппаратура, потому что оно может полететь к вам в лицо, в руки и порезать, что будет очень плохо. Поэтому всегда, когда вы настраиваете через Betaflight, особенно, вернее, когда вы подключаете компьютер, ничего страшного, потому что от 5 вольт винты не будут крутиться настолько быстро, чтобы там квадрик взлетел. Но когда вы подключаете аккумулятор, будьте всегда очень осторожны и внимательны. Обязательно, чтобы аппаратура уже была включена. Так, ну вернемся к аккумуляторам. Таких аккумуляторов мне хватает в активном, таком, в агрессивном режиме минут на 5 полета. И причем это я их разряжаю до напряжения 3,6 вольта. В принципе, запас там небольшой еще есть. В таком среднем спокойном режиме вполне могу летать минут 10. Там какие-нибудь плавные полеты, плавные петли. То есть без какого-то там агрессивного пилотажа. Давайте взвесим, сколько он весит. Итак, сбрасываем. Аккумулятор с проводами весит 175 грамм. Вместе с квадриком, 600, почти 600, 593 грамма. Ну, на самом деле, если была бы лопасть, я думаю, он бы весил 600. В общем, на самом деле, вот эти аккумуляторы меня вполне устраивают для обычных полетов и для скоростных. Конечно, не жарить в полную тапку, но по цене, наверное, лучше вы не найдете. Так, спасибо за внимание.